Привет, бандиты! Сегодня расскажу и покажу, как сыграть на гитаре песню группы Genair XXX «Красота». Играется она максимально просто, конечно, если у вас есть в наличии карподастер. Карподастер нам нужно зажать на четвертом ладу. Дальше все будем считать от него. Короче, песня состоит из трех частей. Получается, у нас 4 аккорда на куплет, 4 аккорда на бридж и 2 аккорда на припев. Но по сути это все 2 аккорда, просто по-разному обыгранные. Смотрите, вступление. Вступление мы играем перебором. Первый аккорд показываю. Считаем от карподастера. Зажимаем 6-ю струну на 3-м ладу, 5-ю струну на 2-м ладу и 4-ю струну на 5-м ладу. Вот такой вот у нас аккорд получается. Это Си. Следующий аккорд тоже Си, но мы смещаем басовую линию. То есть мы отпускаем вот эти два пальца и зажимаем 6-ю струну на 2-м ладу. Получается, это Си со смещенным басом. Третий аккорд. Мы просто отпускаем теперь 6-ю струну и зажимаем там же 5-ю на 2-м ладу. Это уже получается соль диез минор. Возможно, с какой-то надстройкой. Это 4-й аккорд. Мы, получается, отпускаем на 5-м ладу 4-ю струну и на 4-м ладу 4-ю струну зажимаем. То есть они все, получается, такие в шашечном порядке. Вы переставляете пальцы. То есть вот у нас Си, Си со смещенным басом, соль диез минор и соль диез минор, скорее всего, какой-нибудь там сус-2. Вот. А перебор. Перебор мы играем, получается, у нас 6-5-6-4, 6-5-6. И так всю дорогу. Когда медленно начинаешь играть, начинаешь путаться. Это мы играем первый куплет. Прогретые глухими басами и визгами шин. И так далее. Дальше, в тот момент, когда там начинается льет, 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 мы играем те же самые аккорды, просто чёсом. Точно так же будет играться второй куплет, по-моему, если я не ошибаюсь. Короче. Льёт, 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 через край скользкой ванны живая вода. XXX красота. И мы переходим к припеву плавно. Это тоже Си. Мы зажимаем просто на там же, где и начинался у нас куплет, то есть на 3-м ладу 6-ю струну, на 2-м ладу 5-ю. И добавляем сюда пару нот. Это уже, как вы понимаете, что это у нас? Это у нас соль диез. То есть мы зажимаем, получается, на 2-м ладу 5-ю струну, на 2-м ладу 4-ю струну и те же самые надстроечки. Вот они. Это, получается, 4-я струна, мы ее обыгрываем на 4-м и 5-м ладу. То есть thank you.
так играется припев. Все, здесь ничего больше нету, короче. Играйте, смотрите. Соответственно, бридж и второй куплет. Ну и припев. Вот, собственно, и все. Играйте с удовольствием. Обязательно меня отмечайте, если будете вывешивать это в Инстаграме. Репостну. Адьос.